Когда-то здесь, сюда мы приехали с маленькой 6-месячной дочкой первой по направлению. Угу. Кончили учебное заведение с мужем Евгением и приехали в Слуцк. Ну, сервис чистоты вот, и санитарный идеальный. Дальше. Душевная теплота персонала. Горничные, я их всех времен помню. Доктор, ну, так, это написано. А, пожалуйста, что у вас еще? Что у вас еще? Вот, пожалуйста. Внимательны все. А там, где можно быть тебе самостоятельным, твою самостоятельность ничем не обрезает, но единственным. Нет курилки.